Сегодня что будем делать? Сегодня будем проходить геометрию Dash World. Первое, что я сделал, я только что скачал открыть сундучки. Я осколок. Отлично. То есть здесь у нас то же самое, осколки есть. То есть все как и в обычной геомке. Поиска здесь нету, то есть у нас есть даже вот эти сундучки, кристальчики есть. Можно загружать левелы, и есть левел Дайра. Дайлер. Так, что у нас Фейдос? О, открыли новую эту. Так. И нужно достижение сделать. Пожалуй, я поставлю последнюю иконочку на вот это. И теперь мы идем играть. Идем играть. Ну что тут? Будем проходить число. За 40 секунд здесь слышишь. Идем играть дальше. Стадион Костряка, на рекламу я вырежу. Меня слышно нормально, потому что, ну, 51%. Идем. А чё это такое? Чё это кусты? Yeah.
нам сюда и проходим. О, юнит-кошка. Я вот помню, что это вообще ремик, когда проходил челленджи на юнит-ко. То есть на юфушке челленджи были сложные. То есть были изи, были экстрим. Но я экстрим проходил максимум на 30. Блядь. Ключик. Но ключик сейчас пока бесполезен. Надо пятерочку набрать. Может, наберем. На такой момент тупо навел, знаю, потому что я его уже не первый раз перепрохожу. Ебей. И новый цвет разблокирован. 1 минута. Да его стали, значит, больше. Так, красненький ставим. Ладно, нет, дальше. Следующий левел. Сейчас. А, это вот. Его вот раньше, вот все игроки считали, что он сложный. То есть с того момента его все сложные. Но мне вот кажется, потому что это для норм преимущество. Страту. Новый цвет разблокирован. 41 секунда плюс 3 звезды. Так, что у нас? Оранж. Следующий левел. Мы близки к финалу. О, этот левел мне нравился вообще. Но он до сих пор не нравится со своим музоном. И своей легкостью. Хотя иногда здесь можно. Если вот на шарике пережать, тупо можно улететь вниз. Поэтому иногда вот, например, если на демонах шариком играем, то там можно проиграть на шарике. Если ты хорошо умеешь играть. Это попытка. Короче. Все, новый цвет разблокирован. 1 минута, ну это со попытки моей. Новый цвет это беленький. Идем дальше. Потом я попрактикуюсь, то есть на режиме практика сделаю, то есть у меня все левы будут пройдены на практике. И у меня, может, кажется, будет геометрия пройдена полностью. Если бы здесь были еще онлайн уровни, можно было бы все иконки открыть. Но это здесь фактически не важно. Здесь есть только дайру, а дайру что-то не работает. Кто знает английский, надо сказать, я в английском. Не особо так. Так. 57%. Трейнершипы. Так, запускаем. Запускаем. Ой, черт. Сейчас подожди, у меня там уже 1300 накопилось. А если я это так накопилось, то я уже могу буду купить нормально. Да, блядь. Так, ладно, переложусь в нормальное место.
Дедушка! Там перепрыгнуть надо, что-то я сейчас так буду мучиться на этом левеле вообще. Сейчас. Идем. Вот прошли. Все хорошо. Последний давай. Давайте. О, стрелка, точнее волна. Или курсор мышки. Еби. Все. Монстр. Все. Пробились. Так, ну где-то 20 звезд, 26 звезд получили. О, то есть мы открыли себе какие-то новые, приятно. За шоп. Что если я хочу купить? Как все тебе такой купить? Бо. Такой кубик сойдет. И мы открыли еще онлайн дайр левел. Онлайн дайр левел открыли себе. То есть ассет. То есть дайру левелы. То есть я их буду периодически проходить на видео. Я думаю, лайкну. О, хелпер. Все, мне еще 10 сегодня дали. Тут непонятно вообще ничего. Ну, такие декорированные тупо вот. Если оригинально. Что за фигня? Я не знаю. Нам плохо. Короче, думаю, я... На сегодня этому закончу, то есть мы прошли практически всю геометрию World, то есть всю прошли. Может еще когда-нибудь я буду снимать дайру, если выйдет обнова, то, короче, будем проходить. И всем пока.